Сейчас в Циндао работают корреспонденты телеканала «Узбекистан-24». Они расскажут, как готовится город к предстоящему событию. Жаркое и в прямом, и в переносном смысле лето в международной политике начнет 18-й саммит ШОС. У форума этого года, проводимого под председательством Китайской Народной Республики, множество отличительных качеств. Во-первых, лидеры государств-членов организации впервые встретятся в формате шанхайской восьмерки. То есть за одним столом соберутся 8 стран, где живет порядка половины населения планеты, которые обеспечивают 20% глобального ВВП. Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Индия и Пакистан. Во-вторых, на повестке дня обсуждение не только региональных, но и задач глобального значения. От расширения торгово-экономического сотрудничества до борьбы с терроризмом, от защиты окружающей среды до развития социально-культурных и гуманитарных связей. В центре внимания будет диалог, основанный на взаимном доверии, дружбе и равенстве. По итогам встреч лидеров шанхайской восьмерки ожидается подписание порядка 20 документов. Здесь важно отдельно отметить тесное сотрудничество Узбекистана и Китая, поднятого сегодня на новый качественный уровень. Так, в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в КНР в мае прошлого года было подписано контрактов и договоров на общую сумму 23 миллиарда долларов. Ускорилось экономическое партнерство. Уже в действии еще одна инициатива президента в этом направлении. В диппредставительстве нашей страны в Поднебесной не прекращаются бизнес-встречи. Налаживается народная дипломатия. Хакимы районов и областей Узбекистана, ответственные должностные лица посещают Китай, где проводят бизнес-форумы по привлечению инвестиций в регионы, подписывают контракты. Их практическая реализация ожидается в Бухарской, Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях, а также в Каракалпакстане в самое ближайшее время. По информации наших дипломатов, только за 11 месяцев в результате проведенной активной работы между Узбекистаном и Китаем достигнуто соглашение по инвестиционным проектам на сумму порядка 7 миллиардов долларов. Итак, 8, 9, 10 июня масштабный форум примет Циндао. Почему именно он? Говорят, что для проведения саммита шанхайской восьмерки город выбран не случайно. Он уже стал символом сотрудничества Китая с партнерами по ШОС. Почти половина внешнеторгового оборота Циндао приходится именно на страны Шанхайской организации сотрудничества. Активно ведется и инвестиционное взаимодействие. Размер освоенных Циндао капиталовложений превысил планку в полмиллиарда долларов. Не отстает и местный капитал. Именно здесь, кстати, осуществляются крупные международные и региональные инвестиционные проекты. На полях саммита будет проведено множество двусторонних встреч. Он богат на государственные визиты. Итогом которых также будет принято немало важных документов. Можно сказать, что город в предвкушении. О предстоящем масштабном форуме напоминают баннеры, вывески и плакаты на улицах Циндао. Практически все готово к встрече высоких гостей и проведению саммита. Будем следить за процессом вместе.